Мы пришли в то место, где я выросла. Все жужжит, надоело. Ёптель-моптель, да что же я за человек такой? Кто курит? Вот залез. Так, туда мне еще не залазили. Так что... Всем доброе утро, мои хорошие. Очередной день. Сегодня сейчас смонтировала видео, отвела Денечку в садик. Мы уже позавтракали с мамой. Сейчас приведу себя в порядок, и мы поедем, кое-что надо распечатать. Я не знаю, возможно, даже принтер у мамы из дома заберем. Она возьмет дома краску, еще что-то. И там есть еще магазинчик недалеко от дома. Может быть, мы заедем туда, посмотрим прихожие, кровати, шкафы, что-то такое посмотрим, и вас тоже с собой возьмем. А еще мама недавно сделала тут перестановочку в ванне. Вот, смотрите, поставила, ну, она инициативу проявила, поставила здесь шкафы, поменяла там местами, сейчас вот кое-какие вещи у нас здесь сложенные, что еще она сделала, тут немножечко прибралась, вот, сейчас я сделаю уходик свой, как видите, вечно у меня под рукой моя щеточка, сейчас я умоюсь и пора уже сделать уход. Ох, немножечко, прикольно, да, я вас поставила? Прираздеюсь немножечко. Кстати, у Денечки скоро утренник, и я собираюсь обязательно пойти на наш первый утренник. Так, уход у меня очень простой и эффективный. Я мочу свое личико. Кстати, кто спрашивает лично про уход, у меня есть вот такая щетка, она незаменимая вообще мне помощник, она всегда под рукой. В ванну я залазю, купаюсь. Ей, кстати, можно и в воде, и везде. Вот так вот наношу по всему лицу. Пеночка моя для умывания. Вот такая. Так вот я как следует мочу лицо. И наношу эту пеночку. И все, я потом мочу свою щеточку. И вот одна сторона у меня здесь идет для... Одна для жирной кожи, а другая для такой кожи, как у меня. Сухой, там, чувствительной. И все, я нажимаю и делаю уход. Итак, скоро 20... Какой у нас? Скоро у нас... О, кстати, хорошо, что можно снимать видео. И она такая бесшумная. Можно и разговаривать. Он уже про этого... Про Пикало. Скоро 23 февраля, и Денечка готовит, да, там они учат стихи, песни, вот, и я вообще прям жду не дождусь, честно говоря. А чё я воду не выключила? Жду не дождусь, короче, честно говоря, мне очень хочется поснимать. Я не знаю, в этом влоге это все будет, я обязательно пойду на его первый утренник, посмотрю, как он будет читать стихи или петь песни, что они там подготовили. Единственный момент, я переживаю, что я его в садик вожу все время к 11 часам, вот, не к 11, а 10:30, и я смотрю, что они как раз таки в это время все разучивают, и может получится так, что то, что они разучивают днем, мы как раз не это. Так, сейчас моя щеточка уже пропикала все разы, там 15 секунд, и она выключается. И потом я еще вот так чуть-чуть провожу. Вот так. Кожа на самом деле невероятная. У меня еще появился вибромассажер один для тела такой же. И вот, блин, он делает точно то же самое, что эта щетка с лицом, делает то же самое со всем телом. Представляете? Наслаждение. Ну вот, все, я закончила свой уходик. Кстати, когда только я получила, еще давно делала обзор на эту щеточку, кому интересно, посмотрите в моих видео, я делала и тогда еще зарядила, даже не заряжала толком щетку, или зарядила, не помню. Ну, короче, она работает очень долго, и не надо ее постоянно заряжать. Все, теперь я умываюсь.
кстати, забыла вам совсем показать, что умываюсь я вот такой вот корейской умывалочкой, Made in Korea. Our Herb Story называется. Очень мне нравится, если честно. Офигенно пенится, классный результат. Ну, совместно с щеткой моей вообще идеально просто. Он как-то пришел мне в бьюти-коробочке. Вот. А так можно, я думаю, на сайте посмотреть корейском каком-то, я видела. Все, я умылась. Лицо свое я стараюсь не тереть, а просто промакиваю полотенчиком. Вот так вот. Ой. Вот так вот. И крем. Что за крем я использую? Днем я использую дневной крем Рише. Он здесь у меня тут есть такой. Ой, какой-то натуральный, короче, состав. Вечером Oriflame у меня вот такой ночной. Два крема. Пока что они мне нравятся, но вообще я очень люблю корейские крема, если честно. И как только у меня будет возможность приобрести корейский крем... Блин, вот кожа вообще просто совершенно другая стала. Просто прошлась. Сколько я? Блин, ну просто другая. Упругая. Гладкая вся. Лощеная. Крем по-другому даже наносится. Офигенная. Сразу цвет лица выровнялся. Не знаю, видно вам, не видно при этом свете. Так, у нас, как всегда, ремонты, в общем, продолжаются. Ладно? Пойдемте. Любимый мой, если смотрит это видео, смотри, кто ухаживает за твоими цветами. Не надо, не надо. Любимая теща. Я просто просила. Я даже не просила. Она узнала все, как ухаживать за этими цветами. Нашла их по фотографиям. Сегодня утром мне уже бережно, с любовью. Хотя говорит, так, за цветами сама ухаживай. А уже бережно, с любовью. Утром мне рассказывает, что вот это фикус, как ты говоришь? Бенджамина. Это фикус Бенджамина. Она очень прихотливая, да? Очень прихотливая, да. Вот оно, смотри, листики сбрасывает. Это что-то ему не нравится. Его вообще нельзя перевозить с места на место. Вот эти сверления тоже могут на него плохо повлиять. Ему нужен свет. А ему что еще? Не любит сквозняков. Не любит сквозняков, не любит холод, не любит прямые лучи, но любит свет, да? Что там с водой у него? Любит свет. Водой холодной поливать нельзя. Да, нужна отстойная или кипяченая. И, в общем, на все он реагирует, и он начинает сбрасывать свои листики. И вот он говорит, помнишь, он тогда сбросил листики? Это вот ему, наверное, не понравилось от туалета, холодно у нас. И ты его не перевози, наверное, лучше. Вот пусть он здесь пока стоит. А ну, теперь он она любит встала. Любит менять местоположение. Да, а теперь она встала. А вот это как называется растение? Сенсивьер. Вот она говорит, листики вот протирать надо. И вот сама просто встает и листики протирает. Говорит, оно менее прихотливое, но тем не менее тоже, да, там нужно рыхлить. Цветочки ласку тоже любят, а вот это тоже попшикать надо, пшикалку надо. Вот. А у нас есть, да, пшикалка? Ну, найдем. Вот, так что вот любимый вот так вот бережно ухаживает бабуля, бабуля, я бабуля, теща ухаживает за твоими цветами. Ну, я не буду все время ухаживать, ты должна следить. Ну, понятно. Если только фикус Бенджамина начинает сбрасывать листики, значит, что-то ему не нравится. Ты знаешь, фикус Бенджамина очень похож на твоего зятя. Ему, если что-то не нравится, он сразу начинает листики сбрасывать, выпендриваться. Да. Ну, спасибо. Ему даже вот здесь, вот видишь, теневая сторона, ему бы больше вот как бы к свету поставить. Ну, вот летом можно на балконе поставить, да. Потому что солнечные лучи прямые не падали. Ну, мы позаботимся, постараемся. Он любит тепло. Еще мама сказала, что это очень модное растение, да, там пишут? Модное растение, да. Ну, вот так, за мода... Вообще, оно деревцем таким вот красивым вырастает, если за ним ухаживать нормально. Мы постараемся. Вообще, у меня все растения гибнут. Воду надо отстаивать. С крана водой нельзя поливать, чтобы она была отстойная. Или вообще специализированная, ну, пусть даже такая, но она должна отстояться. Вот я, кстати, налила водичку, крышка не закрыла, для того, да, чтобы хлор распарялся. Да. Вот. Ну, то же через сутки можно пользоваться этой водой. Часто поливать зимой и осенью нельзя. Где-то раз в неделю и хватит. Надо смотреть, чтобы не заливать корни, чтобы они не начали гнить.
Видишь, она все изучила, все. Я прочитала. Спасибо, дорогая, спасибо. Хотя вообще растения, вот за ними ухаживать, как бы я поэтому не завожу растения, они требуют особого ухода. Но раз уже оно имеется, это растение, да. Мне его жалко. Значит. Мы не заводили растения, я не завожу растения, у меня они всегда гибнут. Но вот нам дали позаботиться о растениях. Значит, надо заботиться. Да, мы должны их холить или леть. Нет, мне не трогать. Просто надо знать, как правильно ухаживать. Ну, теперь мы знаем, благодаря тебе. Вот, надо, чтобы ты тоже узнала. Я тебе так я знаю. Эту покажу, ты ее прочтешь. Так, намотаешь на всякий случай на ус. Я на опыте, я же вижу, что ты делаешь, и то же самое буду делать. Хитрая такая, да? Здесь нормально, выхожу, я редко там пробежала. Мы пришли в то место, где я выросла, девочки, я выросла. И каждый, слушай, я каждый раз я приезжаю откуда-то, и эта комната становится все меньше и меньше. Даже соседи уменьшились. То ли я расту, то ли реально все уменьшается. Девочки, вот здесь, смотри, как все уютненько, аккуратненько. Мама, конечно, тут все сделала, все очень миленько так, да? Но здесь мы прожили вместе с мамой, с братом. Всю мою молодость. Конечно, я вот прям захожу. Все твое детство. Все мое детство, да, я прям с теплом. И дворы эти. Даже, ну, несмотря на то, что оно такое, знаешь, все такое вот уже. Как сказать? Как вам слово правильно подобрать? Обшарпанное, старое. Старое, убогенькое, я бы так даже сказала. Да. Особенно, когда есть с чем сравнить уже, да. Но все равно с любовью и теплотой, потому что это мое родное. Я тут выросла. Вот эти стены сделали меня. Такой, какая я есть. Вот, так что... А что ты такое придумала? Это у тебя... Ты натянула простынь, что ли? Европростынь, да. Европростынь? Да. Почему евро? Потому что большой размер. А-а-а, слушай. Большой. И типа фон такой получился, или ты вообще... Ой, какое местечко клёво, блин, я бы тоже тут что-нибудь сняла бы у тебя. А мне нечего снять, я ничего с собой не взяла. Поздоровайся и хватит. Классно, поздоровайся и хватит. Да, а когда я приезжала с Москвы, мама раскладывала вот этот диван, и мы на нем спали, я либо приезжала, а с кем я приезжала? А мы с Денькой даже приезжали, нет, мы не приезжали к тебе. Нет, Денька тут. А, это мы с Денькой приезжали отсюда, когда мы с квартиры, с той приезжали, старой еще, да? Да. С Кристинкой ночевали, тут с братом ночевали, когда нет-нет, да? Приходилось, да, прикольно. Пока Деня лежал, пока он не бегал. У бабушки везде провода, нигде ничего трогать нельзя. Здесь ребенку некомфортно. Потому что бабушка будет говорить, там нельзя, это не трожь. Тут, понимаешь, да. Все так это вот. Тут, да, конечно, вот если бы Денька, тут вот он бегал бы вот от этого как конца, да, вот два вот метра. Пока Денька еще только-только еще ползал, вот он еще здесь был. Вот. А сейчас уже... Мама, кстати, сняла картины все. Помните, были тут картины, да, завешанные вот нами с братом, да. Вот. А вон там книжки всякие. Ну, я пока не буду сейчас, конечно, брать все это. Но надо будет что-то подзабирать. Вот мои книжки, альбомы. Ну, как тебе куда их складывать? Слушай, надо альбомы забрать, старые черно-белые, показать девочкам, да? Напишите в комментариях, хотите видео, сделаю воспоминания из детства, покажу фотографии. Сейчас, пока мама тут будет делать что-то, я сейчас полазю, что-нибудь понахожу здесь. Ой, не буду я, девочки, отдельное какое-то видео снимать про эти фотографии, но я вам здесь покажу. Смотрю, листаю сейчас фотографии. Мамку смотрю свою. У меня такая красивая мама вообще. Шикарная. Все вместе. Сейчас тут мои немного фотки. Ну вот она у меня. Хоть с короткой стрижкой, хоть с длинными волосами. Везде красивая. Везде красивая. Красотка. Посмотрите. Улыбается. Да? Смотрите. Красотулька. Ну, глаза, нос, рот. Видно, да? Красавчик. И вот теперь вижу, откуда у нас ноги растут. Смотрите, это моя бабушка. Здесь ей лет 20 примерно. Смотрите, какая красивая. А вот он мой дедушка. Их уже обоих нет. Тоже на маму похож дедушка, да? Вот черты лица какие красивые, видите? Вот потому мы такие зайки получились. Вот моя мама маленькая. А еще видели, какая огромная книга, просто афоризмы.
Не помню, как она мне досталась, эта книга, но я ее обожаю. И я ее заберу домой. Здесь просто афоризмы разных-разных людей. И я даже благодаря этим афоризмам поняла, какие авторы мне нравятся и каких авторов я бы хотела почитать. Про религию отдельно, про любовь, темы и разные авторы. Например, давайте вот сейчас возьмем и откроем любую и прочитаем. Талант великих душ есть узнавать великое в других людях. Вау! Карамзин. Или Карамзин. Или Карамзин. Про талант. Так, вот еще нашла книжки на английском языке. Да, я их уже, наверное, все прочитала, но я еще раз бы прочитала. Then I'll go to bed myself. It's after midnight, she said. She said. But you can call me if you need me. В общем, да, вот так. When I awoke, I was aware of being somewhere warm and soft. There seemed... Кстати, здесь времена, я смотрю, есть и будущее, и настоящее, и прошлое. Вот это уровень какой-то. Уровень уже. Надо забрать все это. А этот Питер Пен, английские сказки? А, нет, не Питер Пен. Все, короче, это заберу. Пол седьмого, а мы дома. И как думаете, почему? Потому что наш кисюленька простыл, похоже, да? Ой, не плакай сразу. Я забрала его с садика, нам позвонили, сказали, температурка. Спасибо, рыбка моя. Температурка у нас 38. И сейчас я померила 38,1. Мы пока что не даем жаропонижающие, только если будет 38,5 и выше. Вот, или что-то болит, если. Но вроде ничего сейчас не болит. Носик почистили, кашку дали, яблочки дали, витаминки. И вот сидим. Мамина любовь и ласка лечит. Так что накрылось наше завтрашнее утро медным тазом. Но нам воспитатель сказал, не переживайте, это 23 типа, февраля. Вот, ну отдохните дома, посмотрите, понаблюдайте. Как раз, что у нас завтра, четверг и пятница, да, 2 дня дома. Плюс выходные. В понедельник, говорит, вас ждем. Ну, обычно к понедельнику он должен уже быть вообще как огурец. Здоров, даже если он простыл. Вот, будем наблюдать, а впереди у нас 8 марта. Она говорит, ну, 8 марта придете. Может, 8 марта будет наш первый утренник. Так что все, мы лечимся со слезами на глазах. Не прыгаем, ничего не делаем. Просто кушаем яблочки, просто сидим на мамочке. Не скачет, лежит. Смотрим, рободок какой-то, рабопёс. В общем, крошечки мои, положила я Денечку спать в 9:30, наверное. Посмотрели мы какой-то фильм, дали ему все-таки Нурофен. Ну, на всякий случай, просто на ночь, чтобы ребенок спокойно спал, потому что, как обычно, к вечеру поднимается немного температура, и мы как бы перестраховываемся, плюс, чтобы его ничего не беспокоило, ничего не болело, температура 38,3, где это, как бы, я не стала уже ждать эти 2 градуса, вот, дали Нурофенчик, и промыли носик, все, спит сейчас. Я монтирую для вас видео, мама тоже монтирует для вас видео, кстати, ссылка на ее канал будет под видео в инфобоксе. В инфобоксе, кстати, очень много интересных, полезных ссылок. Зайдите, посмотрите. Вот. Сегодня, кстати, мы же ходили в этот магазин посмотреть кровати, кухни и так далее. И сегодня даже мы, девушки-менеджеры, должны были скинуть все наши размеры. А она нам уже сегодня вечером должна была скинуть проект даже. Настолько я зашла и просто была погружена там во все, что вообще забыла, что я вас взяла с собой. Вы у меня пролежали в кармане все это время. Вот. Но мы пришли домой и ничего ей не скинули, потому что мы приехали голодные, маму сразу готовить. Мне нужно было сделать там запланированных 2 видео. Ну, короче, очень много всяких дел и ответственностей. И плюс неожиданно вот так позвонили из садика и сказали, температура. И получается, что я даже вот сейчас сижу ночью и доделываю все. И не успеваю, естественно, опять одни из важных видео буду монтировать завтра.
Вот. В общем, проснемся завтра и посмотрим, что да как у нас. Посмотрим, как сегодня ночь переживем. Подниматься будет ли температура ночью и как себя ребенок будет чувствовать завтра. Но завтра мы в садик, естественно, не идем. Целый день он будет дома. А это значит, снимать мы ничего не будем, кроме как влог. В общем, будем наблюдать. Вам желаю сегодня спокойной ночи. Завтра увидимся. Доброе утро, мои хорошие! На фоне у нас жужжит все, жужжит, надоело. Сегодня ночью я просыпалась два раза. Точнее, нет, не два раза, один раз. В 12 где-то я легла спать, и я пошла уже, Данька начал капризничать, я подошла, он весь у меня горел. У него была температура где-то 39,2. Я дала ему нурофен и промыла носик. И он лег спать и до утра где-то. Часов 6 он проснулся, у него была температура тоже 39 где-то и 8. Ну, я просто быстро держала наш электронный вот этот градусник, поэтому я еще прибавляю 2 градуса. Обычно 2-3 еще прибавляется, если его подержать подольше, но так как он плохо себя чувствует, он сразу его вытаскивает, поэтому я так в уме прибавляю 2 градуса. И, короче, дала ему опять нурофен, промыла носик, и снова он спал. И вот сейчас он еще себя чувствует хорошо. Я надеюсь, что так сильно его не будет мучить. Мама Чоли, кстати, да. Вот. Такие дела. И что еще хотела сказать? А, нашумевший вопрос с мамой Чоли. Постоянно в ее комментариях. Волнует всех вопрос. И у меня тоже всегда пишут, но что-то я как-то не хотела афишировать. Но смотрю, мама уже отвечает, ничего такого в этом нет. Кто же курит? Кто курит? Кто курит, ребята? Кто из нас курит? Да нет, ты куришь. Кто курит? Я не поняла вообще. Признавайтесь. Селена курит? Селена курит? Дай мамультика пришла. А? Селена курит? Ты куришь? На самом деле... Ручки. Какие ручки? Кись, ну иди. Иди на ручки. Итак, отвечаем на самый нашумевший вопрос, чтобы вы уже не мучились догадками, потому что все думают, что я курю, Селена курит и что-то скрывает, постоянно видят Айкос там где-то на фоне и думают, что я курю и это тщательно скрываю. На самом деле у меня курит мама. Курит мама уже очень давно. Она начинала еще, когда это было модно и клево. И сейчас уже дошла до такой стадии, что бросить не может. Да? Да, стадия большая, очень большой стаж. Да, и как бы раньше курила на сиге, а дома вот здесь, где Денька, чтобы не выходить постоянно, я ей предложила Айкос, и ей понравилось. Вот она курит Айкос, и все, все хорошо. Вот, я не курю, я как вам говорила, что я не курю, я в своей жизни пробовала курить. Более того, когда это было модно, я училась курить, 3 месяца я пичкала себя сигаретами. Но так и не смогла научиться, потому что оно не мое, это оно не идет. Мне тошнило от этого дыма. Я не получала никакого кайфа. Поэтому в итоге так и не научилась курить. Меня увело. А сейчас, когда это уже не модно, мама не знает, как от этой привычки избавиться, потому что это очень непсихологическая привычка. И, в общем, тяжело это все бросить вот так в раз. Она пробовала тоже много раз, но не получается. Поэтому, если вы видите где-то Айкос на фоне, это не мой. Не переживайте. Я вас не обманываю. Да? Ну, мама, давай, честно. Я когда после школы пошла в училище, ну мы тогда вот девочки все начали там уже пробовать. Ну это как-то вот модно было и все. И мы в училище, я не знаю, за несколько месяцев, наверное, вот все стали курить. Ну сначала это вроде как бы баловством было, а потом оно вошло в привычку, и избавиться от этой привычки стало очень сложно. Я 2 раза бросала курить, когда была беременна с детьми. Но потом все равно начинала опять, даже 1 раз у меня 2 года я не курила. Потом опять начиналась, потому что ну, тяга, она все-таки... И потом окружение все курило тогда, и опять возвращалась к этому. Ну, а сейчас просто я знаю, что это уже такая привычка, с которой просто бороться я уже перестала, потому что я знаю, что все равно это вернусь. Поэтому Айкос, как бы вот для окружающих, по крайней мере, он безопасен. И, в общем, это вот ну, выручалочка наша. А мы целуемся тут.
Я не хотела об этом говорить раньше, не хотела афишировать, потому что курить вообще-то на самом деле вредно. Курить сейчас не модно. Ни в коем случае я не рекламирую Айкос. Это просто как бы вот я заменила одно на другое. Ну, просто хочу вам сказать, лучше не начинайте. Все, мода прошла, сейчас везде запрещено курить. А привычка, она, знаете, вот несколько раз попробуешь, а потом как бы потом трудно избавиться, входит в привычку. Поэтому лучше не начинать, и это я говорила всегда своим детям. Они с самого детства видели, что я курю, и я им говорила, смотрите на меня и не делайте так, как я, это плохо. Сейчас модно другое. Сказать вам, что модно сейчас? И все вместе. ПП! Да! Сейчас ПП! Здорового образа жизни! Детки! Конфетки! И конфетки! Не конфетки! Не конфеты! Ты конфетка! Конфетка! Ты конфетка! Ты конфета! Ты цветочек! Цветочек! Ты цветочек! А! Цветочек! 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 Все? Постойчик. Все? Ты очистил руки? Да. Сегодня в новой куртке и в новых ботах тоже сюда так подходит нормально. Ой. Сейчас так сложно было выйти из дома, потому что температура у мелкого начала подниматься. А я уже 300 лет назад, блин, записалась к девушке. Массаж лица сейчас собираюсь проходить курс. И просто мы с ней уже так долго созванивались, состыковывались, еще аж до Нового года. Мне уже неудобно отменять, как бы, уже, ну, совсем, как бы. Мне еще ехать, и надо начинать этот курс уже, потому что если я его не начну, то я уже никогда его не начну. То одно, то другое, то третье. У меня никогда нет времени. В общем, сейчас выхожу, и заодно мама еще сказала поехать купить там кисель, вот он просит, сейчас болеет, любит вот этот кисель, а его нигде не продают, кроме Ашана, надо будет сразу потом в Ашан поехать, кашки взять, вот это вот все сейчас ему жизненькое надо будет, он вообще не хочет есть, даже кашу, когда намешиваем такую, не хочет ее есть, вот сейчас ему все надо жидкое и фрукты, во всяком случае он это только и ест, вот, сейчас, короче, мчу туда и обратно. Сейчас, представляете, мне позвонили с городского номера, сказали, что у меня какая-то активность в Москве происходит, что с моего номера там пытаются деньги перевести. И говорят, вам заблокировать, представились Сбербанками, вам заблокировать, типа, это не вы? Я говорю, я ничего не перевожу. Ну, я испугалась такая, говорю, это что такое вообще? Вот, ну, и такие, типа, ничего не выведывают, ничего не это. И потом потихоньку, ну, как бы я-то понимаю, что я ничего не скажу. Звонит человек с городского номера, и я не знаю, это Сбербанк, не Сбербанк там, да. Естественно, как бы я говорю, ну да, не нужно мне эту транзакцию, как бы блокируйте, это не я. Нет, вот 7 минут назад, как бы, я говорю, нет, это не я, я сейчас ничего не переводила. Он такой, ну хорошо, мы блокируем, вот, и потом такой, ну давайте, с каких сайтов вы пользуетесь, какими сайтами вы пользуетесь, вы смотрите, чтобы там защищенный был сайт или не защищенный. Я говорю, я защищенных пользуюсь, там всегда замочек наверху, как бы, ну, защищенные. Потом такой, ну давайте проверим ваши последние транзакции, какие там были, что-то типа того. Я говорю, знаете, я сейчас не могу разговаривать, говорю, может вы мне это... Я давайте перезвоню сама на номер 900, говорит он, ну на номер 900 не перезванивайте, это как бы автоматическая там служба или что-то такое, там смски, уведомления приходят, звоните на горячую линию Сбербанка. Я говорю, хорошо, и попрощался со мной. Но я тут же, естественно, звоню на 900, вызываю консультанта и говорю, вот мне позвонили с городского номера, сказали, что у меня какая-то операция, которую типа там заблокировать надо, кто-то переводит в другом городе деньги, пытается перевести, типа заблокировали. Она сразу говорит, это мошенники, типа, туда-сюда, они таким способом пытаются выведать у вас информацию какую-то. Вы, надеюсь, ничего им не дали, не рассказали? Я говорю, нет, никакой информации, как бы, я не давала, вот. И, короче, вот так я в шоке. Вообще никому доверять нельзя. Я даже с ней разговаривала, и такая думаю, сейчас, если она начнет у меня спрашивать тоже какую-то информацию, я тоже не скажу, я пойду в Сбербанк. Вот. Вообще, ну что это такое? Ну что это такое?
Ну и, наверное, может быть, они то, что сейчас так не настаивали, сейчас они, типа, такое доверие, типа, они хорошие, хорошие, заблокировали мне транзакцию, а потом перезвонят там и еще что-нибудь спросят там. Крошки мои, ну что, я вышла из массажа, блин, сторис записала, отзыв, конечно же, но и тут вам скажу полное свое невероятное ощущение, впечатление от массажа, я попала вообще в супер хорошие руки. Оказывается, мы даже знакомы из знакомых, у нас есть общий знакомый с мастером, блин, ну, не суть важно, общие знакомые, важно то, что реально руки золотые. У меня такое ощущение, что у меня, ну, реально человек как будто с детства вообще, с детства занимается всем этим, и настолько все это умеет и чувствует, и я получила невероятное удовольствие. Оказывается, на голове есть столько всяких точек, которые тоже нужно нажимать. Знаете, вот как на теле идешь ты на массаж, да, и бывает вот что-то дискомфорт, ты идешь, и тебе вот массажист надавливает на эти точки, и ты прям получаешь кайф, и думаешь, блин, мое тело просило, чтобы туда нажали. Я никогда до этого не делала массаж лица. И вообще не понимала, что это такое, массаж головы, и даже не думаешь, что это вообще, куда-то можно нажать, там же черепная коробка. Оказывается, что там столько точек, где прям просило тело, тело просило, чтобы на них понажимали. Честно, настолько расслабляет, настолько кайф, я на самом деле вижу результат. Вижу результат. Я смотрю на себя в зеркало, и у меня прям такое какое-то разглаженное личико. Мне делали буккальный массаж. Я говорю, вот, залез. Так, туда мне еще не залазили. В рот мне еще не залазили. Буккальный массаж — это когда мастер вам берет и через рот, в перчаточках все, начинает тоже прорабатывать какие-то мышцы. Вот, и мы прорабатывали вот здесь и подбородочек прям делали, грубо говоря. Прям делали. Даже не грубо говоря, на самом деле так и есть. Вот, формировали, да, она говорит, что у меня есть отек небольшой в подбородке, но все уберем, говорит, очень хорошо моя шея поддается, прям, говорит, мы быстро очень сделаем, говорит, хороший результат, прям увидишь, потому что такое ощущение, что прям вот, ну, прям просила, да, просила мое тело вот это вот все сделать, вот мои мышцы, шея, вот, я пришла с проблемой, что, говорю, носогубочки мне хочется убрать, какие-то вот здесь вот, да, уже вот мимические морщиночки пора бы убрать. Вот, она посмотрела на меня, сразу увидела какую-то проблему, да, у меня, говорит, у тебя нужно расслаблять шею, вот, и вот, ну, выравнивать немного, потому что от шеи, от того, что идет натяжение, в это сложно, говорит, поверить, но от шеи идет в носогубки, то есть здесь тянет, если я все правильно поняла, опять же, я же такой человек, да, что-то могу неправильно понять, ну, вот, что здесь тянет в шее, да, и вот носогубки, получается, тянутся вниз. Вот, но она сказала, что все исправит. Я записалась на курс, у нас будет 5 сеансов, раз в неделю нужно делать, и сеанс длится где-то час-полтора часа. Ну, сегодня час, на следующий она говорит, давай возьмем полтора и сделаем с маслом. Сегодня мы делали так, ну, без масла, можно сказать, да, волосы у меня нормальные, то есть я с чистыми пришла, с чистыми ухожу. Вот, а в следующий раз она говорит, знаешь, что будут волосы в масле, вот. Могу уже не совсем со свежими волосами пойти, чтобы потом их помыть. Вот, и, в общем-то, блин, мне так нравится. Я так рада, что я не записалась пока ни на какие уколы красоты, потому что мне кажется, что массаж меня спасет. Вот, салон находится в самом центре. Вот я сейчас отъезжаю как раз от этого салона. Вот, смотрите, где находится. Вот, Face Up and Relax. Видите, на коричневой двери нарисовано. Рядом с кофейнем Максима Горького 171. Но я вам контакт еще под видео оставлю, если кому-то интересно. Я думаю, что на самом деле вы сами знаете, да, кто делал массажи и разные, если у разных мастеров, то прекрасно вы сами знаете, как и любые массажисты, которые нужно найти, да, хорошего профессионала. Я так понимаю, с лицом все то же самое. Вот я сейчас сходила. Я причем сходила сначала, думаю, пойду на один сеанс, посмотрю, как все пройдет, а потом решу, буду я брать курс или нет. Я сейчас сходила и поняла, что я не просто буду, я очень-очень хочу взять курс, очень хочу еще пообщаться с этим человеком, хотя во время массажа нельзя общаться вообще, не рекомендовано, да, вот, но я все равно, мне нравится, что за мастер, мне нравится, что за человек этот мастер, и мне нравится, как профессионал она, вот, просто нереально, и мне кажется, после 5 сеансов я стану невероятной какой-то. Кстати, здесь рядом кофейня, надо пойти посмотреть.
что за кофе взять с собой? Вон кофе взять с собой. Рядом с дверью прям. Пойду зайду. Мама моя позвонила, сказала, что вот мы буквально перед выходом, перед моим, 2.5 часа назад давали ему нурофен. У него поднялась температура 38,5. И сейчас она мне звонит, а я только вышла, да. 2.5 часа прошло. Она говорит, что у него опять начинает подниматься температура. Почти 39, вот, и, а через 2 часа опять нурофен, ну, он дается не через 2 часа, он там через 5-6 часов дает. А если вдруг нурофен не помогает, нам вот скорые так сказали, что через 2-2,5 часа можно дать парацетамол, потому что парацетамол и нурофен, как я поняла, они обладают, а это, кстати, наш доктор уже говорил, педиатр, они, ну, у них, короче, разные свойства, короче, если нурофен не понижает температуру, надо дать парацетамол, и парацетамол может понизить. У нас, кстати, так было, когда мы вызывали однажды скорую, давно, мы даем ему нурофен, а температура не снижается, а доктор пришел и дал парацетамол, и температура снизилась, и вот тогда мы узнали, что у них разные действующие вещества какие-то есть, и причина, от которой поднимается температура, короче, или вот что-то такое, в общем, если одно не спасает, другое может спасти. И мама сейчас говорит, возьми парацетамол и привези нам. Так что я сейчас мчу за парацетамолом. Всем доброе утро. Всем привет. Мы болеем. Всем привет. Доброе утро. Всем привет. Всем привет. Вот так вот малышка ляжет на меня, вот так вот. И лежит. Мы только что подстригли ноготочки, почистили носик, да? Вот. Ну, в общем, у нас температура поднимается там у него каждые 6 часов. Я ее сбиваю. И вот парацетамол или нурофен чередую. Вот. Ночью, ну, как обычно, вечером поднимается температура часов в 7 вечера. Потом в 12 или в час поднимается следующая температура. И следующее под утро. Вот сегодня под утро у нас поднялась температура 39,2. Это уже получается у нас вторая ночь была. Вот. Да? Да. Я ему дала нурофенчик. И все. Ну и носик чищу все время. У нас сухой нос, и нос забит все время. Вот. И как-то даже ничего, по-моему, не помогает пробить этот нос, но я все равно его и промываю. И вот Снуп капаю, и если уж сильно заложен, и прям вот он просыпается среди ночи, то, конечно, я ему на зевинчик детский капаю. Он его очень не любит. Да? Не люблю на зевин. Пойдем ляжем. Ложись, котенок. Не хочешь? Не. Ну ладно, посиди. В общем, короче, лежим вот так целый день. Я наблюдаю за ним. Вот, а мама пошла голову красить, снимает там, вот. Ну, пока температура вот сейчас час, и пока вот, ну, я уже знаю, мне кажется, я до него дотрагиваюсь и уже знаю температуру, какая у него примерно. Вот, ночью поднималась высокая. А сейчас, ну, не, мне кажется, даже нет температуры, если есть, то 37, но при этой температуре мы ничего не делаем. Вот, как только у него сейчас спадает температура, он сразу начинает прыгать, сигать тут с дивана на кресло, с кресла на диван, поэтому тут как бы невооруженным глазом видно, что ребенку стало легче, начинает песни петь и прыгать. Вот, в общем, я за ним сегодня наблюдаю, вечером у меня сегодня лекция там будет, вот. И, ну, к нам приехал человек, который дает лекции, очень важные для меня, нужные, приезжают редко, но я стараюсь всегда попадать на эти лекции. Вот, но это будет вечером, у меня есть еще целых 6 часов понаблюдать за ребенком, вот. И, скорее всего, мама его сегодня будет укладывать. Батарейки опять, как всегда, чуть-чуть. Чё, моя хорошая, пока малышня моя спит, уже спит он с часу, а сейчас 4:30. Представляете, целый день спит. Это хорошо, чем больше спит, тем лучше восстанавливается организм. И он как раз уже перед сном, у него температурка поднималась к часу где-то, и я дала ему сразу уже лекарство. У него было 38,7, по-моему, да. И я ему дала лекарство, все, и он все это время, короче, спит. Оставила с ним маму. Сейчас привела себя в порядок, вышла.
Вот, у меня сейчас важная лекция, на которой я хочу присутствовать. Вот, маму оставила за старшую. Ну, в общем, если у него поднимется температура к 7 часам где-то, сказала ей, чтобы она дала ему Нурофен. Ну и все, в принципе, мы ничего больше не даем. Вот, эту ночь будем смотреть, как и что, как он себя чувствует, как он спит. Я думаю, что эта ночь уже должна быть лучше, а дальше все на поправку. Взяла посылочку, которую мне нужно отослать, и еще пару посылок мне нужно забрать с почты. Вот. Так что я вышла. Let's go со мной. Всем доброе утро. Батарейка садится, на самом деле я не знаю, как я буду снимать. Может, придется на телефон продолжить или сделаю стоп. Вот. Сегодня как у нас ночь прошла? Все продолжается. Пока что температура каждые 6 часов поднимается. А поднимается высоко. Ну, как высоко? Сегодня он 38,8 было. Я ему дала уже, как бы, ну, мне кажется, уже горит 38,8. Ну, 39, да? Вот. То есть было выше. Поднималось до 40, да? 39,9. Сейчас я уже смотрю 38,8, 38,5. Вот. Ну, будем смотреть сегодня. Сейчас он проснулся в хорошем настроении. В 6 утра я ему дала. Ну, где-то было 6 утра я ему дала. Жаропонижающее. Нос вот у нас забит. Вот такого не было еще, чтобы нос был настолько забит, что он не пробивается. Вот. Не пробивается ни снупом, не пробивается ни назевином. Я даже свежий заехала, купила. И все равно вот как-то... Вот как будто он все время у него забит. Ну, более-менее облегчивается вроде бы, да, что он там вот спит. Но он вот, я чувствую, всех хочет втянуть, ему что-то там мешает. Я не знаю, конечно, бы более сильное какое-то средство бы попробовала, но врач нам не рекомендовал ничего другого, только это. Сегодня заглянула в рот ему. Это, скорее всего, у нас ангина, потому что гланды воспаленные. Но в прошлый раз у нас тоже была ангина. И вот как-то, как начала температура снижаться, сразу это воспаление красное прошло. Но, во всяком случае, я увидела, посмотрела, что у него там с гландами творится. Они воспаленные сейчас. В общем, сегодня будем наблюдать. Сейчас он в хорошем настроении, пока отпустил даже меня. Сначала не хотел выпускать, потом уже смирился, что я выхожу. Я его оставила с бабушкой, сейчас я еду там кое-на-какое мероприятие на 2-3 часа. Вообще, у меня вечером еще мероприятие. Ну, я решила, что я сегодня днем съезжу на мероприятие, встречусь с Полиной, там совместное такое. И вечером никуда не пойду, буду с малышом. Вот, и как раз мама посмотрит. Сегодня у него должна температура, по идее, подняться вот сейчас, где-то к 12, к полпервому, она даст ему жаропонижающее. Но пока ничего не предвещает. Пока он улыбается, хорошее настроение. Вот, и я надеюсь, что температура, может быть, хотя бы будет подниматься уже с большей периодичностью. Потому что сейчас ровно 6 часов, и она снова поднимается. И как бы третья ночь сегодня прошла. Идет у нас как бы уже четвертый день, вот так вот, да. В общем, будем наблюдать. А я поехала пока. У нас снег вообще, просто все заснежено, видите? В общем, выбегаю, что? Я уже должна быть там. Ну что, мои хорошие, вот картина, которую я сегодня нарисовала. И вам не снимала ничего, потому что у меня батарейка садится на этой камере. Вот. Ну, в общем, вот такой был мастер-класс. Мы рисовали по талию и акрилом. И вот такую вот красивую картину я сама нарисовала к себе домой в интерьер. И это будет у меня, скорее всего, в спальне. Вот. Всем доброе утречко. Сегодня день нас радует. И ночь нас сегодня радует. Потому что в 7 часов вечера прошло ровно 3 суток после того, как у Дэнни начала подниматься температура. И в 7 часов вечера, вчера, последний раз у него поднялась температура, так, чтобы мы ее сбили. И всю ночь, уже прошло 13 часов, мы не давали ему жаропонижающее, и, в принципе, у него не было температуры. И еще один важный момент, он вечером, еще с вечера, где-то как раз-таки вот в 8 вечера, в 9, он пропотел как следует. И это, кстати, хороший знак, что он пропотел. Я думаю, что как раз вот 3 дня, да, вот этого набирал температуру. И потом к концу пропотел как следует, и все, и температура спала. И носик даже немного стал поддаваться тому, чтобы освободиться. Потому что до этого просто 3 дня, честно, ну такого еще никогда не было. Вообще никакие лекарства не действуют, он просто не пробивается нос. Он более-менее чуть-чуть облегчается ему дыхание, что он там как бы спит, да? Типа что-то поделали с носом, но я понимаю, что ничего не изменилось вообще. Я бы на его месте
не выдержала бы. Ну, просто знаю уже, как я должна дышать, и что ты уже любые, блин, средства в нос себе засовываешь, лишь бы он дышал. А у него 3 дня вообще нос не дышал, реально. Вот, и только сейчас начинает вроде бы что-то пробиваться. И я ему закапала тоже, вечером закапала нос, и все, уже всю ночь его не трогала, он даже и не давал. Ну, то есть, когда ему иногда надо, он говорит, ну, все. Он как бы не говорит конкретно, капай мне нос, он никогда не за то, чтобы я капала, он всегда против этого. Вот, но бывает, я говорю, закапаю, все, он сидит, ждет, как бы терпит. Вот, а в этот раз он нет, прям даже промывать ему не надо. Вот, но я утром промыла, и он уже прыгает, радуется, мы празднуем победу, можно так сказать. 3 дня мы боролись, и вот чувствуется победа. Так что сегодня воскресенье, сегодня я буду наблюдать за ним целый день, как что, возможно, сгоняю в фикс-прайс, потому что новинок уже куча там всяких, ненадолго, поснимаю вам что-то на второй канал и, может быть, что-то приобрету сюда еще, вот, поэтому будем смотреть дальше, как, потому что я думала уже, честно говоря, что если сегодня будет 4-я ночь, то сегодня мы бы уже пошли к врачу. У нас частная клиника, мы ходим к частному врачу, они работают 7 дней в неделю. Вот. Главное, чтобы наша работала, потому что вот я ей доверяю именно. Уверенность в болезнях во всех благодаря ей получила. Вот. Поэтому, в общем, уже к врачу тогда нет смысла, я думаю, прям бежать. Сейчас будем наблюдать, потому что, походу, все пошло на спад. Но я думаю, мы сегодня понаблюдаем весь день. Будет все зависеть от того, как сегодня пройдет день. И, возможно, понедельник еще я тоже захвачу. Что? Что? Что ты показываешь? Ты рад? Ты рад? Что там? Пока у нас идет ремонт, Дэня смотрит мое видео в наушниках. Сам заявил желание, так что вот мой мальчик смотрит мои видео. Должен одобрение. Я должна одобрение от него получить. А я уже сходила в душ, голову не мыла, так просто захотелось мне погреться. На самом деле я очень люблю в ванне греться. Особенно, если я замерзла до этого. Вот. И сегодня, кстати, мое утро началось в 7 утра. И я захотела утром не кофе, а чай. И я захотела утром выпить не кофе, а чай. Так что утро у меня началось. Да? Так что утро... Хватит! Надоели уже. Короче, утро у меня началось не с кофе, а с чая в 7 утра. А сейчас уже... 11, и вот время пришло для кофе. Сейчас я буду делать себе уже кофе. Хватит. Мама за ручку взяла, чтобы мама не ругалась. Пупсик. Кстати, смотрите, я вот эти вот умные сладости, вот этот на стеве, вкусняшку, кофейную нашла, и нашла ее в магните. Сейчас попробую. Тоже очень вкусная. Лучше всем нам любимый актив Джонни Депп, карибские пираты. Называется Ванесса Парадис, которая пела в конце 80-х Джулио Такси песню. Он ее, значит, бросил и пошел во все тяжкие. Познакомился он с некой очаровательной жгучей блондинкой. Ее звали Эмбер Хёрд. Такая красивая рыбка, желтая. Умничка. Так аккуратно стараешься. За края стараешься. Рыбка, смотри, чуть-чуть осталось, да? Вот, да, чуть-чуть. Аккуратненько. Молодец. Попросила Дэню черепашки панцирь закрасить. Прихожу, он лицо закрасил зеленым. Черепашка у нас будет полностью зеленая, да? И Дэня будет весь зеленый. Кстати, молодец. Кстати, заметила, что у Дэньки есть такая вот тенденция, что он полностью... Да что ж такое? Я начинаю снимать, они начинают... Как будто они слышат, как я снимаю.
Короче, он закрашивает все полностью, чтобы не было никаких беленьких частей. То есть, если он видит беленькую часть, он ее обязательно закрашивает. И у него так было на планшете, когда он раскрашивал пальчиком. И вот сейчас он раскрашивает вот этими фломастерами. Он старается вот все. Тут голова, видите, полностью зеленая. Ему вообще голову не говорила закрашивать. Он закрасил голову. И вот она полностью зеленая, без белых просветов. Давай еще что-нибудь закрасим. Давай вот эту рыбку красную сделаем. Красную рыбку, давай. Так, ну что, моя хорошая, я забыла, когда я последний раз... Смешно в этой шапке, да? Блин, я камеру не протерла, я все это время снимала так. Ой, короче, это... Шапка сюда не особо идет, да? Или мне не нравится, короче, шапка... Нет, шапка сюда, может, подходит, но мне не нравится шапка, когда я с хвостиком. Какая-то я смешная становлюсь. Вот. А еще я проверяю сейчас эту шубу, которая у меня. Я хотела сказать, что я выгуливаю шубу и понимаю, что надо было взять пояс. Она реально шуба-халат. У меня, кстати, осталось всего лишь 27 минут. И я должна сегодня уже доснять этот влог и вам его выпустить. Как раз вот воскресенье сегодня я заканчиваю, и влог будет в понедельник. Я приехала в ТЦ шататься, потому что мне необходим был день, чтобы пошататься. Выпросила его у мамы. Денька себя, кстати, чувствует хорошо. Сегодня ночью мы спали хорошо, а я уже об этом сказала. И целый день он бесится, просто скачет на меня. Он на мне столько синяков поставил. Я уже говорю, мама, все, я уже пол четвертого где-то просто вышла из дома без сил. Сейчас шатаюсь по ТЦ, может быть, в кино схожу. Короче, полазю, проведу сама с собой время, а вечерком пойду домой. И все. И, ну, посмотрим. Я не знаю, пойдет он завтра в садик или нет. Вообще говорят, что 24-е, типа, выходной в садике. Я не знаю, нам не говорили, что выходной в садике. И, возможно, он вполне себе пойдет, потому что у него даже насморка нет. Во. Так, ладно, беру вас с собой, пошатаемся. А то люди на меня так странно смотрят. Идет человек с камерой, разговаривает сам с собой. Так, мне еще надо фильтр зайти купить. В Эльдорадо, может. В общем, присела я в мое любимое заведение, это Гайд Парк. И заказала свои любимые фетучини с форелью и заказала безалкогольный Глентвейн. Не переживайте, он безалкогольный, а то потом будете мне говорить, за руль села. Выпила два глотка и села за руль. Вот, так что это безалкогольный Глентвейн, это, скорее всего, сок вишневый, яблочко, корица, и я люблю что-то такое. Вот, ощущение, что пьешь Глентвейн, но на самом деле это сок. Приятного аппетита! Я, кстати, слышала еще, решила сейчас побаловаться десертиком любимым, который я здесь заказываю. А вообще я еще слышала, что люди, которые сидят на диете, у них бывает раз в месяц они делают себе, блин, типа, как это называется, я не помню, чекаут или что-то типа того. Короче, они в этот день обжираловкой занимаются. Когда я первый раз об этом услышала, я подумала, что это шутка какая-то. Ну, типа, я говорю, нафига тогда вообще держать диету, как бы, ты же меняешь себя внутри, как бы, зачем вот эти вот срывы делать? Вот. Это раз я услышала. Потом мне моя подружка говорит еще, что, ну, тоже вот такая тема есть. Я говорю, да, я слышала где-то об этом. Она мне говорит, что это, типа, вообще бывает даже полезно, что, типа, организм в этот момент в каком-то таком стрессе, типа, и он не поправляется из-за того, что он привык по-другому, и тут резко в него много всего напихали. Короче, я не знаю, напишите, что вы об этом знаете, как это называется, я не помню. И реально ли это работает, реально ли это полезно? А, это еще делается для того, чтобы не сорвались, типа, те, кто на диете. Вот. Короче, много причин, факторов, и вроде как это только одна польза сплошная. А вот, например, тот самый десертик. Я его обожаю, малина-манго, любимый мой. Любимый мой. И вот здесь, смотрите, он воздушный такой, и прям вот... Прям внутри вот там вот... Ой, не могу. Ну, не вытекает, но раньше... как будто вытекало. Ну, короче, он воздушный. Вот тоненький только слой теста тут, бисквита. Очень-очень хочу с этой зарплаты... Все, я покушала, встала. Хочу вот с этой зарплаты взять все-таки шкаф. И сделать разбор гардероба в марафоне у Насти, я участвовала. Сделать до конца уже разбор гардероба и повесить свой новый шкаф, все свои вещи, которые я буду носить этой весной. Вот конец зимы, весна, начало лета. Вот так вот.
Сейчас мы в хоф зайдем. Я там видела какой-то прикольный шкаф, который хочу, чтобы у меня был. Надо еще раз на него посмотреть и точно определить сумму и выделить из зарплаты. Ёптель-моптель, да что же я за человек такой? Выхожу уже, понимаете? И не показала вам шкаф. Ну, я вам уже в других влогах его показывала. Там просто есть один шкаф, который мне очень прям понравился. Но он глянцевый фасад. Я на его фоне не смогу снимать вам, понимаете? А шкаф хочу красивенький купить такой, чтобы он в фоне очень смотрелся. Но он будто да у меня свет весь отражается. Вот. Тут мне замены, короче, какие-то дали. Вот, побюджетнее. Ну, мне там один вроде понравился, но он уже не тот. С матовыми фасадами. Так что я еще в Икею, наверное, схожу. Я там тоже что-то видела. Но не сегодня. В другом влоге. Или через влог. Ну все. Пойти в этой шапке. Мне не нравится, блин, с хвостиком шапка. Вообще под хвостик я не люблю одевать шапку. Я вообще с хвостиком не люблю вообще шапки одевать. Вообще с хвостиком. Да, не люблю шапки одевать с хвостиком. Так, все, я бегу в машину и домой. Фух, ну что, мои хорошие, я дома. Как раз застала маму с Дэнни, они собирались укладываться спать. Так что я пришла. Сейчас быстренько переоденусь и пойдем. Он не спал же, днем же, да. И пойдем, сейчас 8 часов вечера, сейчас пойдем укладывать его спатечки. Ну, а потом с мамой будем тут тусить. Ну все, мои хорошие, завтра, я думаю, что сегодня вообще у нас и ночь, получается, прекрасно прошла, и день прекрасно прошел, у него нет соплей, да, у него ничего не льется с носа, у него нет кашля, горло я заглянула, оно, кстати, вот вчера, допустим, было красное, да, а сегодня оно уже розовое, очень быстро побледнело, вот, и завтра он пойдет в садик, если наш садик, надеюсь, работает, но у нас должен работать как садик. Я не поняла. Ну, ребенок принес тапочки, мне одевает мой котенок. И сам в тапочках, да? Чтоб никто не болел, да? Все в тапочке. Чего ты не обуваешь? Бабушка, давай. Я в носках. И ты давай, шлепки, все, что... И ты давай. Скажи, ты все давай. Шлепки. У-ху! И ты давай. Шлепки. Все, мои хорошие, влог заканчиваю с вами. Люблю вас, целую. В следующих влогах уже, наверное, будут какие-то у нас обновки в квартире, входная дверь, шкаф-купе, будем смотреть, надеюсь, нам хватит и на то, и на другое, потому что у нас очень-очень много растрат всяких в этом месяце, поэтому надеюсь, что все получится, и мы сделаем это. Все, вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, пока-пока!